безумно нравится этот милый скверик с мраморными статуями. Здесь можно отдохнуть после долгих блужданий по Вегасу и полностью окунуться в историю Древнего Рима. Все-таки мне очень нравится оформление в стиле Древнего Рима. Примерно странные и Цезаря и Клеопатра. Эх, уже те римляне. Один из самых больших H&M магазинов. Торговый комплекс и Фоншопс – это нечеланных товаров от всемирно известных производителей. Что может быть еще лучше? Магазины здесь, конечно, безумно красивые и много всего красивого, но цены... Подумаешь, один брелок от Prada на ключи 500 долларов. Это одно из моих favorite views from the scissors. Look at that. Caesars Palace is Caesars Palace. Сами понимаете. Я в восторге от всей архитектуры гостиницы. А кто там? Эй, привет! Невероятно, как они это построили. Они держат все здание. А вот ты, Hollywood, ресторанчик слэш буфет. Выйти отсюда можно двумя способами. Лопнуть или же выкатиться в облике уже не богини какой-нибудь, а синестетической американки, для которой потрясающе удобно кровать в этом отеле будет мала. Печалька. А с окна тоже есть чертовое колесо. Тоже оно очень высоко, видно весь город. Последний день в Лас-Вегасе, последний день этой ночной жизни, красочных гостиниц, магазинов и просто нон-стоп жизни